Блин, главное, чтобы у меня в неподходящий момент не закончилась память на диске. Опять? Это возможно, потому что, да. Потому что я ведь сегодня поснимал еще дофига гдашки, еще ничего это не отрендерил. Когда вот мы начали сегодня снимать, у меня оставался 1 терабайт. Это мало? Ну, не знаю. Ну, думаю, что норм. Просто когда я снимаю не через Фрапс, она там весит поменьше. Ладно, серьезно, хватит мне уже песчаник копать, надо приниматься за песок. А я вообще ничего не делаю, кроме как просто бегу по саванне и надеюсь за ней что-нибудь интересное найти. Например, мессу. Да. Ну ладно, я нашел еще одну пустыню. Может, там найдется этот храм? Неисследованный, да, какой-нибудь? Знаю, тут какая-то пустыня, как будто крохотная, она прямо на берегу океана находится. Так, стоп, что происходит? Меня как-то залагало. Что-то да, у тебя голос в скайпе тоже лагает так Песок, достаточно. который я... Ты прям Что? реально конкретно так подлагиваешь. Я, по-моему, что-то возвращаюсь на одно и то же место, и песок частично тоже. Вот ты очень сильно лагаешь. Прям тебе там Так, такой. сколько у меня сигнал? Два. Два сигнала. Так, песка. Мне надо накопать еще до 2 стага, получше 3 стага. Так. За этой пустыней может что-нибудь будет. Сейчас я так и буду ходить, пока не дойду до дальних земель. Естественно, Да. еще одна саванна, ну. О, деревня! Ну-ка. Ладно, думаю, я уже накопал достаточно песка. Пойду-ка я еще немного пообщаюсь со спасенными. Возьму у них интервью. Так, что вы можете сказать в свое оправдание? 40 мяса. Нет. О, 13 пшеницы! А где ее взять-то хоть? В Эти ребята очень огороде. плохо сеют пшеницу. Так, кузница есть? Нету. Фиговенько. Ладно, тогда идите в жопу, мне впадло что-либо еще с вами делать. О, вижу, довольно неплохо пшеницы. Мне нужно всего лишь 13. А место под ним есть? А, есть, конечно. 4, 5, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13. Так, тут тоже ни хрена. Посмотрим, что тут. Блин, я просто тупо ни хрена не делаю. Я бегаю, хрен знает куда, и все. А, в поисках места, да? Да. Где этот, который мне предлагал 13 мышц? А, вот ты где. А, он мне предлагал 19. А что у него там еще за вариант был? 17 картошки, 18 морковки, изумруд за 3 хлеба. Ну, выгодно, кстати. С их же деревней все сопрут. Да. Черт, ну вот
19 пшеницы, я уже сомневаюсь, что найду. Так, а где солнце? А, солнце еще в зените. Очень высоко. Возможно, что даже дальше, чем дальние земли. Да. Ой, я нашел еще одну деревню, но уже не пустынную. Так, а тут есть кузница. Тут вообще всего два домика. А нет, в моей деревне вообще есть кузница, но там ничего нет. Ну, потому что, наверное, мы там уже были. Нет, там даже сундуков нету, там библиотеки нету. Вот именно, потому что мы там уже были. А, то есть взяли все, включая сундуки, да? Ну, похоже на то. Ну да, если уж кому не ездить, то по полной программе. Так, сколько там этот предлагал картошки? Фермер, сколько тебе картошки надо было? Так, ты фермер? А, ты мясник. О, слушай-ка. О. У него 17 мяса предлагает за изумруд. У меня 25 свинины. Mm-hmm. Так. А я дошел до океана и хера не нашел. Так, этот что мне предлагает? Этот вообще кто? О, вот. Вот ты мне как раз и нужен, фермер. Тут реально, что ли, вообще ничего нету, да? Все, мне грустно. А я съем картошку, которую не так долго сажали прямо на их глаза. Я мастер торговли, у меня уже 3 изумруда. Да. Я нашел какую-то пещерку. Я нашел пещерку и все. И она выходит обратно на поверхность и все. Mm-hmm. Очень классная пещерка. Ладно, я из этой деревни уже выжил все, что мне нужно. Еще одна пещерка, которая делает абсолютно то же самое. Я, пожалуй, пойду вглубь пустыни, может, я тоже смогу найти какой-нибудь храм. Еще одна пещерка, которая делает то же самое. 3 пещерки прям друг над другом, которые заходят с одной стороны и выходят с другой, и все. Зато красиво. Ну да. Слушай, ты песка там накопал вообще? Нет. Ясно, значит, мне придется работать за двоих. Не, сейчас я вернусь в изначальную пустыню и начну ее разрушать. У меня лопата на эффективность 4. А еще, пожалуй, я потом прокопаю вниз, сделаю себе обсидиана и портал построю. Вот? Да. Для быстрого перемещения назад, ага. Да? Угу. А эта пустыня на редкость крохотная. Да, а у меня тут 2 большие. Зато я нашел еще одну деревню. Или это не деревня, или это что-то другое. А, это что-то другое, это храм. А-а-а. Неплохо, может, он не исследованный. Ты только аккуратно там на ловушку не попадись. А я забыл там строение храма, там какие ловушки есть? Я помню, там что-то с динамитом связано. Там одна ловушка, там в середине храма есть несколько блоков глины. В середине синие, по краям оранжевые. Вот ты их выкопай, и там вниз будет дыра. В самом центре этой дыры внизу будет ножная плита. Ни в коем случае на нее не вставай. Иначе все будет алах-бабах. Я уже наткнулся на какую-то ловушку под названием «Стреляющий скелет». Ну, причем вроде тут светло. Это не запланированная ловушка. Так, это я не помню, вот за этой саванной вторая пустыня или с другой стороны. Надеюсь, что здесь.
Блин, если я пойду в ад, то это значит, что мне придется еще одну железную дорогу строить. Я ленивая жопа. Ой, я нашел не... Это действительно необследованный храм. Mm-hmm. Так, что тут есть? Для начала мне нужно выкинуть все ненужное. Как бы то ни было странно, мне придется выкинуть жемчуг Эндера. Ничего себе. Опасный, да? Да уж. Зато тут два алмаза, два изумруда. О. И 6 слитков, и это еще только первый сундук. Во втором... Слитков чего? Золото. А. Во втором золотая и алмазная конская броня, 5 железных слитков и седло. В третьем 5 золотых слитков и много мяса ненужного. Да и последний тоже разочаровывает. Там только 4 железных слитка и еще опять же ненужное мясо. Так, ладно, пофиг, я буду раздалбливать именно вот эту пустыню. Потому что ту вторую я не помню, с какой она стороны. Мне, по-видимому, вручили эти 2 изумруда за то, что я мать. Забавно, у меня так в инвентаре один блок гладкого песчаника, один блок обычного песчаника, один блок оранжевой обожженной глины. У меня этих гладких песчаников уже залейся. Слушай, а золотая конская броня – это же глупость. Да не, она вроде но норм. А тогда что мне отсюда выкинуть? У меня тут полно песчаника, гладкого песчаника и песка. При этом я еще в храме хочу взять резной песчаник. А ты песок не думал в песчаник переделать? А сколько у меня тут так? 1 стак, 2 стак, 3 стак, почти стак. Так, я начинаю выкапывать. Буду копать, пока у меня лопата не сломается. Думаю, такими темпами это будет скоро. В темпе, простиссимо, я его выкапываю. Я в таком темпе выкапываю песчаник. А песок я выкапываю в темпе Вивачи Манон Тропо. Ой. К тому же, сделав из песка песчаник, я немного напрасно делал свой труд, когда я копал песок у деревни. А. В этом-то вся фишечка. Ладно, зато обещанного песчаника будет залейся. Да уж. А песок он скорее уж так, для стекла понадобится. Да. А там стеклянные бутылки, а там и зелье. Угу. И окна. Да. Правда, пока окна особо не понадобились. Ну да. Это такую хрень 3 на 3. Точнее, просто 3. Прокапываю. Я, как всегда, в случайном порядке. Это как-то проще делать, если это разделить на сегменты такие, и просто уже потом, чтобы проще было все это в организационном плане на это все смотреть. Так, ты кто? Ты крипер.
А ты кто? А ты зомби. Кстати, у меня скоро лопата тоже сломается. А у тебя она какая? Да обычная алмазная. А. Коля тогда копал землю деревянной. На это было немного больно смотреть. Скорее страшно смотреть. Нет, просто как он так чик, так чик, вот с такой скоростью, и я такой вот так вот. А может, незачем мне печать? Все-таки потом как-нибудь сам сделаю. Так, я дошел до края пустыни. А хотя нет, я просто до речки до какой-то дошел. Ты дошел просто до края. Не проходя через портал. Что-то новенькое. Так, 6 песка осталось. До забивания под завязку моего инвентаря. Все, инвентарь забит. Ой, лол, у меня тоже. А как кто спустит в жопу? И скелет вместе с ним. А я пойду добывать уровня. Ну-ка, зелененький, иди ко мне. Эй, давай, ты... не надо. Молодец. Умер от падения. Хи-хи-хи. Кто? Зомби. А, не, если бы я умер, это высветилось бы в чате, если я бы сказал не с такой интонацией. Да, я примерно представляю интонацию и фоновую музыку. И еще вводные слова. Да. С удовольствием бы сейчас прибил эндермена, но у меня уже все забито под завязку, тем более, что я выкинул жемчуг эндера. Вот почему он только может складываться в 16, а не как нормальный пример 4? Ой, тут уже земля. Да блин, у меня вообще ни хрена нет места. О-о, тут на подмогу пришли одному эндермену. Одним ударом двоих. Отлично. О, еще один нашелся, эндермен. Ты обнаглел, эндер? А ну, прими честный бой. И не надо использовать серверные лаги. Ладно, раз уж все равно уже утро, может, я найду еще каких-нибудь интересных приключений. По сути говоря, главную миссию мы выполнили. А, да. Слушай, а вообще можно в выживании делать пузырьки опыта? Делать? Угу. Насчет делать не уверен. Их вроде можно их можно купить. А, купить? Да. Ну, у жителей я там не нашел. Ну они вроде не всегда бывают. Так, саванна, зеленый биом саванна.
Так какие там еще есть биомы с сокровищницами? Джунгли. Кстати, да. Но правда ими тут и не пахнет. Ну да. Ой. Да какого хера у меня опять инвентарь забит? В смысле? Да инвентарь у меня весь опять заполнен постоянно. Вот я его только освобождаю, он тут же снова такой, оп. Нет, я хочу быть забитым, да? Да, вообще. Так, ну у меня еще есть место под говядину. Изначально у меня, которое было 26 штук. Это вообще какой-то, я пещерку выкапываю случайно. Случайно? Ну потому что тут песок, он там вот то столько стоит, а потом под ним столько песчаника. Я прокопал его донизу, и теперь его снизу весь выкапываю. Mm-hmm. Это просто до хрена. Вижу лес, но он особо мне не нужен. Да. Да. Ну ладно, и предположим, говорит. что норм. О, вижу какую-то пустыню. Ой, да не, я воду случайно вывалил на стену. Mm. Почему бы нет? Да, действительно. О, вижу сокровищницу еще одну. А, нет, это не сокровищница. Это просто какой-то... Так, у меня теперь вопрос, как мне отсюда выбраться. Это вообще ну, я ни хрена. Как обычно, под себя блоки ставить? Ну, почему бы и нет? Ну, хотя, да, это единственный вариант. То я просто жесть как глубоко. Это сейчас пещера, которую я выкопал, будет абсолютно черная. А сверху как будто я к песчанику и не притрагивался. А. А нахрена я туда вышел? Мне же портал. Ты уже к дому собираешься, да? Ну тогда у меня инвентарь весь переполнен. Абсолютно. И тем более с порталом будет удобнее потом обратно сюда возвращаться.